Добрый день, доброе утречко всем, народ. Всех приветствуем со своего автомобиля, но не рабочего дня. В общем, я за рулем. Друзья, только выехал из дому. Сегодня у нас воскресенье. Хочу всем сказать сразу спасибо за комментарии и подписку на мой канал. Людей становится реально больше, больше вопросов, все тяжелее и тяжелее мне с этим пока не справляться становится, но я еще держусь. Еще держусь, еще нахожу время, у меня одно видео слетело. В общем, вот эти всякие комментаторы, делай короче, делай быстрее, делай то, делай все. В общем, в конце концов, так, что тут у нас происходит, я начал делать все быстрее, начал все заниматься, было у меня немножко времени, ну короче, я сделал такое короткое видео, и оно слетело. Значит, то есть оно, я его сохранил, а оно не сохранилось полностью, я удалил материал уже. Поэтому, друзья, такая вот ситуация. Ну, ничего страшного, я попробую еще поколдовать над ним, если я получится, я его расколдую. Поврежденный просто файл. Ну, ладно, это мелочь. Сегодня выходной день. Завели барбосика. 2 недели он почти стоял. Был один грузик. Я там по месту делал. Здесь, по Флориде. Никуда я не ездил. Отдыхал я. Ну, как бы сказать, я не отдыхал. А занимался дома. Что-то дома делал, что-то с машиной делал. В общем, так, по мелочам туда-сюда. Сегодня планы у меня грандиозные. Как у Наполеона, как говорят. В общем, сейчас я дома во Флориде. И еду на Майами. На Майами выезжаю, точнее, только выезжаю. Маршрут у нас будет туда-назад. Сегодня... Почему туда-назад? Я пустой, без груза, я вам расскажу. Значит, первое, что я еду, я сейчас заеду, посмотрю автомобиль. Снимать я пока не буду, не хочу выдавать пока все тайны, какой автомобиль, новый легковой автомобиль для себя. Пока я не созрею на какую-то конкретную машину, я постараюсь заснять, когда я буду покупать машину, какую машину, что и как, я вам потом все расскажу. Ну, как бы, по ходу движения, я сейчас хочу просто быстренько, нет времени снимать мне особо с утра, быстренько заскочу, гляну одним глазом на машину и поеду дальше. Второе, что нам надо сделать, я вам засниму сегодня очередной спринтер. По просьбе многих, что хотят увидеть машины, другие комплектации, другие какие-нибудь там спальники или тому подобное. Как делаются машины, солнце светит, так, друзья, тому подобное. Машина абсолютно новая, ее купил мой знакомый, поэтому мы сейчас едем к нему. Едем в город Бокаратон, это практически уже Майами area. Мы ему поставим печку, потому что холодно и нельзя, чтобы друг мерз, правильно, народ? Сейчас поедем, ему влупим печечку быстренько. Где-то я там буду, сейчас у меня 9 часов утра, это я где-то час дня у него там буду приблизительно, плюс-минус. И самое главное, что мне сегодня еще предстоит, это встретить свою супругу, которая прилетает с Украины, которой не было 4 месяца здесь. Уже она в пути из Турции на Майами летит, поэтому осталось мне ее только встретить. Опять были проблемы у нас с турками.
Я больше турецкими авиалиниями никогда не воспользуюсь. Не знаю, как там кто летает, у кого какие нюансы, но это самые худшие авиалинии, которыми мы летали. Второй раз у нее проблема, она должна была прилететь в пятницу, сегодня воскресенье. Опять рейс отменили, опять меняли билеты, опять была нервотрепка с билетами, потому что они хотели доплатить, чтобы мы доплатили деньги. Ну, в конце концов, куча звонков по телефону, куча выяснений. В конце концов, друзья, поменяли билеты без доплаты, без ничего. Слава богу, вроде бы летит. Дай бог, чтобы, естественно, эти все тесты надо было переделывать на ковид этот. Ну, в общем, придали проблем. Но самое большее, что они не хотят решать вопросы. Ты им звонишь, говоришь, поменяйте билеты, а они говорят, а нам, типа, хорошо, мы вам поменяем на субботу, на следующий день доплатите $850 с учетом того, что билеты она купила за 600, по-моему, с чем-то, в районе $700 изначально. То есть доплатите в два раза больше, представляете, за эконом-класс. Мы говорим, хорошо, мы отказываемся, верните нам деньги. Они говорят, нет, у вас, типа, получается, что в эконом-класс билеты, и мы вам не будем возвращать деньги, типа деньги эти сгорают, представляете? Это дурдом, в общем, с турками это полный попандос. Больше я этими авиалиниями, я всегда грешил на украинские авиалинии, что они такие всякие плохие, оказывается, еще украинские и неплохие. Но, к сожалению, они на данный момент не летают. Киев, например, Нью-Йорк рейс не летает, поэтому... Друзья, так солнышко мне чуть-чуть светит, ничего страшного, ну как бы я вижу, смотрю себя, по-другому никак. Так что двигаемся в сторону Майами, встречаем ее в 8 вечера, она прилетает, и домой еще мне 4 часа будет ехать, решили сразу поехать, чтобы завтра отдохнуть, на завтра тоже уже есть планы, поэтому поехать, может быть, посмотреть этот же автомобиль, поэтому может другой еще. Надо, в общем, купить, народ, займусь сейчас в ближайшее время купить машину легковую, потому что надо как-то передвигаться по городу. Какую попало брать не очень хочу, поэтому, блин, творят на дороге такую жесть. Вот взял меня, резанул вот это тут. Чудило. Во Флориде отвратительно все ездят. Последнее время просто уже переходят все границы. Мало того, что все летают как ненормальные, еще подрезают, зарезают, уходят. Аварий просто уйма. А из-за того, что аварий куча, у нас растут иншуренсы, страховочки поднимаются. Ну, ничего с этим не сделаешь. Немножко вам засниму дороги. Пока мы сдвигаемся, на улице прекрасная погода. Сегодня будет тепло, сегодня у нас где-то 26-27 градусов по Цельсию будет, сейчас у нас градусов 17 на данный момент, 18, 9 часов утра. Погоняем немножко, у меня даже аккумулятор родной один чуть подсел, друзья, потому что стоит 2 недели уже, и все равно машина думает, пользуется, такое... мозгами своими, поэтому так что, друзья, едем, ставим печку, я вам засниму, как я ее буду ставить в очередной раз. Я думаю, это будет последний раз, когда я уже засниму эту печку, как я устанавливаю, потому что уже было несколько видео, многие спрашивают, многие интересуются, многим скинь, а покажи, а листайте видео, есть видео, где мы Жене спринтер строили, Петру я ставил печку, есть там знакомый, поэтому листайте, есть там видео с печками. Но сегодня тоже засниму вам такое разнообразие небольшое, не с грузом, а другая обстановочку сменим немножечко. Все, друзья, летим на Майами, приеду в Майами, вернусь к вам. Дорогу снимать особо не буду. Снимать особо нечего. Надеюсь, сегодня трафика не будет, пробок на дороге, потому что воскресенье. Пока мисс нет. Так, друзья, приехали. Он трудяга.
Поймал его возле магазина, только приехал. Ничего не делает. Сейчас пойду напрягать его. Чтоб там хватило тебе. А? Чтоб тебе там хватило. У меня нету кусачков, у меня только... У меня есть кусачки. Есть такие? Да, сейчас принесу. Это же, видите, напрягают меня. Еще ничего не этот... Ничего не успел с машины встать. Уже напрягает, уже ему кусачки нужны. Уже провода собрался кусать, представляете, народ? Ё-моё, вот это я приехал. Не очень удачно я стал, конечно. Уже. Сейчас пойду ему вручу кусачки. Пусть кусает свои провода. Что, народ, интересная комплектация. 2500 спринтер, самая длинная база. А полностью голый кузов. Есть только LED свет. Так, пообедал плотно, друзья. На, кусачки. Работник века. Царское сиденье пассажирское. На двоих девчонок. В дороге, да? Голый кузов у нас. Была перегородка. Снял перегородку. Вот, лежит с окошком, между прочим. Сзади фаркопчик есть хороший. Царский. Кузов полностью. Пол есть и свет есть LED. И все. Черные диски. Давайте с той стороны. Ты ж только там, не, чтоб не это, не заклинило ничего. Ну так вот, я вежливо. Черные колесики, еще новенькие, гляньте, блестят. Резина еще, Мишеленка резина. Хорошая. Один лист 340, как всегда. Стабилизатора нет. Вообще уже ничего не ставят. Настолько бюджетные варианты они делать стали, что просто жесть. Что за резинка на рессоре? Народ, пишите, кто знает, зачем на этой рессоре стоит здесь и здесь резинка. Это отбойник не может быть, потому что он не достанет до рамы, до этого, как его, лонжерона, во. Вообще непонятный смысл этой резинки. Что это, зачем это? Один лист рессоры. Гляньте, какой он, как он заезжает почти брызовичком просто. Настолько бюджетный вариант, что даже ручку поставили там одну. А здесь нет, видите, дырки. А здесь есть. А у меня две. Ну, из плюсов этого спринтера. Это LED фары стоят. Полностью передние и задние туманки стоят. 360 камеры стоят. Здесь, на зеркалах. Так же, как у меня адаптивный круиз-контроль стоит. Радарчик тут у нас, да? Внутри, да. Как всегда, закрытый почему-то на новых Мерседесах. Закрытый значок заглушенный. Как раз он закрывает вот этот маленький радиатор. Где он? Вон. Накладка алюминиевая. В этот в цвет и хромированные накладочки гриля. Это из плюсов, скажем, от базовой комплектации. Что здесь, что еще в комплекте? В комплекте идет водитель нетрезвый с бадуна, но он такой не один. Глянь, какие они матовые какие-то сделали. Глянь, ручки уже. Прям матовая-матовая какая-то. Ну, я не обращал внимания. Ну. Сейчас пойдем. Здесь уже колесо темнеет от. Теслу давайте заснимем вам. Деревянный это. Смотрите, что он тут творит. Надо было тебе и те кусачки принести. У меня есть. Я уже чуть-чуть обрезался. Видите, на новой машине сразу провода режет. Сразу их ножичком по горло.
Мерседес. Мерседес. Приходится самому. Блядь. Надо все покупать и доделывать. Давай, подержи. А ты нашел те клипсы? Да, да. Так это маленькая, наверное. А? Маленькая. Чего? Туда она крутится. Хватит. А ну открой там фишку. Тут какие-то меньше провода. Народ, прикуриватель переделаем. Переделываем на постоянку. Провода уже перекусили. А, налезет, да? А ну, накинь. Ноздрю. Вот так. На, зажимай. А ты не снимешь? Это надо у тебя кусачки специальные. Если можно чуть их подзачистить, нет? Да не надо ничего там чистить. Что там чистить? Закрути его. Что там так газует? А где бандиты? А на бассейне. О. Такие вот, народ. Мерседесы, видите? Надо. Это ты купил эту? А ты сколько купил? 6. Хватит? Должна вроде. А, то, наверное. Слушай, хоть. А посягубцы? Да нету. Вот, народ, вот это стекла заклеивать штука. А это что ты уже купил? Магнитик. Так, ну что, народ, приступим к делу. По чуть-чуть будем делать. Ну как делать? Печку поставим сейчас и все. Больше ничего не будем ставить, наверное. Точнее, у меня времени не так много. Сейчас 1:30. А времени есть до 8 вечера. Этого тоже ограничителя нет посередине. Пахнет, пахнет новеньким. Что пишут? Америкос сделал. По-любому американец. 21 год. Да, американец. Ну, интересно. Оптика интересная. У меня обычная. Это какой-то высокий такой он. Пока новый. Еще не поработал. Ну, уже пару грузов на нем сделал, пока купил его в Детройте, забрал. Приехал на Флориду через некоторые штаты, там Миссипи, там Джорджия. Откатал. Ну что, получается? Да, все сделал, только, бля, надо идти за зажигалкой, думаю. Зачем? А посмотрите. Да изолентой крутонитой все. Электрик. Электрик от Бога. Так круто не ее, да и все. Ну, сейчас снизу еще круто подрезали чуть-чуть эти провода. Чтобы они не расползались. Так, друзья, давайте приступим к установке печки, пока там Володя крутит, мучит. Сейчас заставим его машину развернуть, а то мы сгорим на улице. 27 градусов. Ё-моё, жарко, как у вас. Все телепается, все болтается. А, ты отстегнул? Короче, начинаем колдовать. Карбоновая печка, а? Вот эта тема. Все, народ, приступаем. Так, друзья, в общем, ориентируемся по вот этому пластиковому проводу, скажем так.
по вот этой клипсе. Вот это все выравниваем. Вот так вот. Где-то сантиметр отступаем. Ну, вы можете немножко ближе делать, у кого не двойное сиденье. Где-то почти вот на половину вот меньше. Ближе к клипсе. Можно почти к клипсе. А я чуть дальше здесь сделаю, Володя, потому что у него вот эта сама байда, она чуть-чуть уже, чем... Давайте еще раз отмеряем, чтобы я уже был точно уверен. Так она у нас будет. В общем, пока места рисуем, делаем метки, где нам надо, не знаю, фломастер рисует, не рисует, что-то рисует. Делаем меточки все во всех дырочках. И сверлим. Вот здесь вот обязательно тоже чуть-чуть просверлить надо. Все. Нам вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5 важны. Кольца я не прорисовал еще. Так, кольца вот эти. Сейчас вот это кольца тут прорисуем. Все это отмечаем. И сверлим. Что ты говоришь? Дождик. Кого? Дождик. А, да, это грибной. Дождь. Сейчас положим.
Так, рисуем меточку на эту фигню. Окно в будущее. Да. Все. Дырки закончены. Отверстия, сорян. Отверстия. Да, сейчас давай позаметаем, поубираем и ставим. Так, народ, обдираем вот эти штуки. Чуть-чуть. Чтоб оно не касалось. Да, эти. А? Торки, ага. И вот эти вот. Да, вот эти нужны. Но. Так, народ, сейчас мы вот это сразу соединяем, печка уже на своем месте. Вот это защелкиваем. Оставляем сверху. Вот это вот у нас будет на пульт управления. Это пока минус плюс. Это у нас на питание. Это минус. А знаешь, что здесь прикол? А куда вывести? Так, нету дырки. Так, друзья, тут темно уже. В общем, на левую сторону одеваете воздухан. Вот я его уже одел. Здесь вот одевается шланга топливная. И здесь вот одевается выхлопная труба. С бака выход. Как бы вам так показать? Вот. Вот эта штуца. Вот это с бака выход. Так, берете его, нажимаете. И снимаете. Вот видите, я снял. Все, не выкидайте вот эту штуку, оставьте себе на всякий случай. Сейчас сюда одеваем просто шлангу и ведем ее сюда под вот этот кожух наверх и выводим сюда. Так. А дай мне что-нибудь плоскую какую-то отвертку закрутить эту хомут этот. Условия супер. Вот, смотрите, народ. Как я. Вот, видите, как я насадил. Прям резину. Широкую или не очень? Ну, не очень широкую. Ну, такую, среднюю. Видите, насадил прям на этот. Блин, что-то не крутится.
Так. Теперь это куда у нас? Сюда? Сюда. Теперь это... Так. Так, друзья, вот так соединил кусочек, берем шлангочки, соединяем фильтр и помпу. Вот этой стороной это у нас выход в печку. Сейчас мы ее... Ой, рук не хватает, вот сюда вот так вот чик прикрутим под углом 30 градусов. Надо крутить. Ну дай мне вот этот, что гнется, вот там лежит, на там где эти, какие? А, вот это? Да, что сгинается, да. На, вот эту головку положи. Давай этот хомут. Сколько? Один. Отдай выхлопную трубу. Надо, мне надо этот, а вообще пока подожди, ничего не надо. Под мой комод? Не, подожди, пока ничего. Так, все, друзья, затянул. Кого? Нет, то тень не надо, то выхлопну, если протягивать вдоль кузова. Так, все, друзья, фильтр. Пошла у нас шлангочка. Вот, я ее закрепил. Еще? Нет, уже ничего не надо мне. Хомутики пластиковые только эти. А только два осталось, блядь. Ну, мне надо хоть один. Давай? Один дай. Положи его там. Так, пошла нога сюда, пошла у нас. Под кожух, сюда наверх обязательно, чтобы каталитик вот этот, когда греется, не это. Все, вот она у нас вышла. И вон там вот
переходник, да? Вот этот на бак. Все там хомутик. Я его уже подтяну. Здесь вроде бы все попротягивал. Здесь тоже вот затянул зип. Этот под углом обязательно моторчик. Все, сейчас тут хам провода затяну хомутом и все. И все, друзья. И подключаем плюс-минус и запускаем. Так вот за сколько? За час времени. Полтора поставили печку. Включила. Тут все, хомуты затянули. Провода сейчас вот минус. Вот этот прикручиваем вот сюда. Под саморез. Этот у нас пойдет вот сюда. Под пульт. Мы вывели под сиденье вот сюда вот. Все, здесь очень все красиво получилось. Вон. Все крутится. Все. Все хорошо. И сюда еще, между прочим, можно аккумулятор улупить тебе, Володя. Рядом. Можно сюда где-то 95-й сотый аккумулятор войдет. Как раз здесь термопленочку. Между ними сделать платформочку ему ровную. И можно на вот такой вот высоте его поставить. А тут это ящик для секретного груза. Кокса какого-нибудь. С Калифорнии, да. Это все с Калифорнии. Так, давайте массу забубеним. Печка карбоновая, ё-моё, будет топить по-царски. Пистолет сел. У тебя нету? Есть. Только смотри, если будет хуёвая батарея, поменять. Ага. Сейчас я свой кину на зарядку. Побитого уже жизни. А этот потянет? Я не знаю. Потянет, че не потянет. Да. Песня. Просто песня, друзья. На какой? Вот на это. Да, на тот можешь. Чтоб на клемму, понял, напрямую шло. Так. Самый неудобный момент. Мимо. Когда руки не залазят куда надо. Так, и еще один контрольный. И все. И запускаем, друзья. Друзья, включаем пульт. Включаем, зажимаем две кнопки. Включаем он. Включился. У нас должен включиться вот это вот насос. О! Работает. Пока не появится соляра, у нас в фильтре качаем. Может даже не один раз, пару раз. Все, видите? Качает. Вот помпа нарисована. Качает нефть. Качает нефть. У тебя там соляра есть? Да, надо полбака точно. Все, ждем, пока прокачает. Так раз, два, где-то три раза, наверное. Так, все, прокачало. Ну, один раз прокачало. Неужели так качественно сделано? Ладно, давайте включим, посмотрим. Так, сейчас осталось коврик усилить, прикрутить.
на 4 киловатта включим. Что тут? Дует? Дует. Холодным пока. Ждем, пока разогреется. Все клацает, все. Пока еще не разогрелась. Но уже на подходе. Так вот, все красиво сделал. Самое главное, что качественно. Еще пока холодным дуем. Смотрите, насколько у меня машина ниже морды. А, это они наоборот стоят, сорян. Это у меня уже глюки. Все, ждем, пока она первый раз. Следим за температурой, пока ничего еще. Ну, мы услышим, когда она загорится. Пока что-то не хочет. Солярка еще не дошла, наверное. Так может выключиться, второй раз включиться, да? Что ты там, все, справился? Работники век. Холодным еще дует. Ну, а подождать, друзья. Подождем немножко, пусть она продуется. Все, народ, запустилось. Слегка перекачали топливо, конечно, где-то два раза. О, видишь, дымит. Говорил, значит, перекачали. Да, сейчас она выгорит. Сейчас дымура будет на всю парковку. А не, все, смотри. Она запустилась. Да, пошла температура вверх. Все, уже не дымит. Не сильно, я перекачал. Горяченький. Плюс 28,7, точнее на улице вот. Плюс 27 градусов. 26 на улице, 27. А мы печку запускаем. 4 киловатта стоит. Все, нагрелось уже. Ведь время надо выставить. Температура на улице. Киловатты. Батарея. 12.3, 12.2 берет, пока не спрыгает еще. Когда разогревается, берет заряд, потом уже не берет особо. Это ошибки. Все, пошла. Пошла жара в хату. Да, все уже. Уже руку не удержишь. Все, нагрелась она полностью. Давай ее прикрутим. 1,7, надо будет разлочить, сделать где-то 1,2, наверное. Все, сейчас она сбросит. Быстро сбрасываю, да? Все. Холодная даже. Вот вы спрашиваете, там аккумулятор рядом с ней. Не, она холодная вообще. Все, еле слышно. Вообще не слышно. Снизу больше слышно. Может, поработает? Да ну. Пару минут. Пусть пару минут поработает. Жарко просто на улице. Все.
Спасибо, Влад. Довольный человек. Да, супер работа. Сделал все идеально. Идеально. Опять, видите, опять мне плюс в карму. Так, все, народ. С вами прощаемся. Короче, увидимся в следующем видосе. Он мало идет. Ну что ты? Чего? Что ты? Что ты делал? Что ты делал? Дома сидел. Пап, дай телефон. $5 учи его. $5. И он тебе дает телефон. Давай $5, и он тебе дает телефон. Нет. Не, еще не заработал? А я ему должен 20. Так ты в долгах? Он сам ездил на разгрузку. Ой. Помогал, я ему 20-ку должен. В долгах. Короче, ты в самых долгах. Тебе работать и работать. Да. Это 20 баксов. Копейки. Ну. Какой, Влад, код? 1688, да, по-моему? 1688. 1688. Знаете, да? Да, взламываем систему. А вот, смотри, 1.4 здесь стоит почему-то. Ну, а ну сделай меньше. А что она-то не пускает? Сделай 1. 1 сделай. Окей, 1.0, да? Да, 1.0. Это максимум. Окей. Тебе хватит 5-4 киловатта за головой. Это не трогай обороты. Ничего не видно на камеру. Все. А, ну попробуй ниже сделать. Не хочешь, глянь. 1.7. Ну, видишь, какой-то. Надо. Надо все равно поколдовать. Так, ну все. Ух, как солнышко в глаза. Убираем, купаемся и едем. И едем, мой народ, встречать супругу. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте. Увидимся.